Лето не успело начаться, пришел первый шторм, только установили забор, его уже снесло. Все из-за того, что слишком близко к берегу поставили забор. Шторм сказал: вы не правы, убирайте нахрен его отсюда. Выглядит это прям на самом деле смешно. Смотрите, снесло штормом забор, уже размыло их пляж. Дальше завалило домик, который здесь стоял. То есть это первое разрушение от шторма. Жуть какая-то. Смотришь дальше, здесь стоял уже какой-то проход к этому пляжу, и проход снесло нафиг. Вроде бы даже штормов еще не было. А все говорит о том, что хватит залазить на пляже, хватит ставить заборы на пляжах так близко к воде. Это центральный пляж, видите, здесь больше всего людей отдыхает. Как можно было забор придвинуть настолько? Где наши проверяющие органы? Уже даже шторм против этого забора. Что за бред вообще происходит в этом мире? У нас в стороне дураки, дороги и забор теперь. Одни проблемы. Когда они закончатся-то, а?